Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. Должны проявлять больше человечности, великодушия и понимания к окружающим. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Обладатели этого имени всегда беспокоятся о будущем и отличаются достаточной практичностью. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Этим людям необходимо одиночество и покой, чтобы иметь возможность размышлять, медитировать и работать над своим собственным духовным и интеллектуальным развитием. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.